这个两个月没有双水稻了。 Ногами, а мы на нас. Причем до следующего. На автобусе. Серега, ты сюда идешь? Мы с тобой тоже шли, блин, до монастыря. А вы были в этом центре? А вы в центр еще не ездили? Ну там походите. Нет, я туда не поеду. Ну, как бы. Вот писать не надо посадить. Скоро вообще гроза будет. Нормально. Да поливать, да. Не, все хорошо, кроме вот этой важности и духовки. Все очень запоминает все. Как их спускать будет? Может, там толк не будет? Thank you.
после 7 часов включается иллюминация, вот там вот, на острове, который находится. Очень красиво. Давай иди сюда. Я его Он только с мальчиком. Комментарии оставляем по себе. Завидуем молча. А мы завидуем. Так, уважаемые, моя группа, подходим ко мне. Орлы, подлетаем. Корневая система растет не вниз, как обычно, да? А по стволу поднимается наверх, корневая система потом спускает вниз. Поэтому если сыграть сильный, разбрасывает свои пары. Насчет прочности можете не... Можете не сомневаться. Очень крепко пересадили. Давайте с вами сейчас сверим часы наши. На моих часах сейчас 3 часа. 4 часа всех вас жду. 4 часа всех вас жду здесь. Пойдемте, покажу. Я не буду вспоминать. О, попугай. Смотри, смотри, попугай. Так, если хочешь попробовать, можно попробовать сорбет из манго. То есть, такая прохладная манговая туре. Идет сорбет из манго. Налево посмотрите, здесь будет окончание горки. Вот эта горка идет. И вот здесь спускаются все. Да, по пожеланию, кто захочет. Сувенир, вообще нет, сувенир. Я думал, что у нас там... Домой. А вы сколько? Это у нас сводная трасса. Ткацкое мастерство, потому что до ныне они сохранили это свое мастерство, и сейчас может быть бабушка, которая спокойно на улице сидит и занимается своим любимым делом. Какое тебе дерево снилось? Микрофон включи!
Что, вот что-то типа вот такое. Ну, я тебе про это и говорю. Сейчас, я, ну, это личный вопрос. Тем более надо включать микрофон. Второй, значит, на них... Либо животных, либо людей, либо сам животных. А зачем там животных? Да, нифига там животному такой. Здоровый компания. Сейчас каждым шагом в глазах все свежее и чище будет становиться. О, я уже чувствую дыхание свежее воздуха. А я тут куда вас? А ну выше? Нет. Это вам не сюда отдыхать придет. Сахара что? Это не сахара, это другое дерево. Обратно здесь пойдем. Да, или можно на горочке будет скатиться. Пойдем, пойдем. Вера, не тормози, обратно не возьму тебя. И на самолет не возьму. И в отель не заберу. Нет, это не сахар. Сахар там вообще розовый. На вишне, грубо говоря. Это не это в пыли. Это, по-моему, то ли... А горочка далеко? На вершине. Прям на самом? Да. Да. Кстати, уважаемые, хороший вопрос. Здесь еще обезьяны есть, поэтому аккуратнее. А их есть, есть, можно их? Есть? Да. На Сесловиче? Обезьяны вообще опасное животное. С клыками собаки и мозгом человека. Десятилетним ребенком, в принципе. Мало не покажет. Не, они тут не такие дикие, как в Таиланде. Там кокосы есть, нет? Там кокосы есть? Сегодня в Берге были, там у женщины вырывали бананы на голову. Подавать что-то будете, или очень интересно. Просто вырывали пакеты из рук. Да, они знают, что там пакеты есть. Да. И поэтому мы обезьяне внутри там есть инфокриты. А? Лухи тол. Да. Лухи тол. Вообще в Италии. Просто у них вот это выездное направление. Вот что я вам хотел показать. Это народный символ, народной силы, такие вот люди. Да, вот если пойти на рафтинг, либо на Лимяу, либо на Янгоду, где, либо вот такие вот увидите, либо вот такие вот видите. А в чем особенность этого фигуры? В том, что это оленьи рога. Так раньше олень это был символ плодородия. То есть где пасется олень, обязательно нужно что-то прорастать. Там сочная трава, обязательно можно посадить что-нибудь. Олень это символ достатка, символ процветания, то есть символ животного, который может прокормить семью. Ведь мясо оленя может на долгое время обеспечивать жизнеобеспечение семьи. А сейчас олень это, ну, олень. Просто олень. Неуважаемый человек из офиса. Да, да, да. Пусть за меня олень думает. У него голова большая, рога большие. Саша, смотри, Саша, тебя снимает тоже. Надо ты снимать. Сейчас снимай открытую камеру. А потом мама такая: Саша, смотри, в YouTube. Зайди на секунду. Я сразу. Уважаемые, тут обезьяна, подходим. Подходим. Она не хочет. Родственники. Только это, тихо-тихо, не дразним, не дразним. Ванечка, не ходи к ней, она тебя убьет. Иван Анатольевич, нам не нужно двух обезьян, достаточно одной. Иди сюда. Есть там орешки или бананы, что-то такое? Ну, а вам не нравится?
Хватит драконить обезьян, пойдем. Аптеки поблизости далеко, сразу хочу предупредить. Орлы! Здорово. Вот так и будет. Как Таня тогда, помнишь, как детку укусила вообще, мясо вырвало кусок? Чего вы смотрите? Иди, фотографируйся. Давай я сейчас тут... Аптек поблизости нет, повторяю. Все, мы идем на горку. Попрошайки. Я на фоне жопы фотографироваться не буду. А сейчас посмотрим. А, идемте смотреть на бухты, прилегающие к этой горе. Может, богиня Гуанин будет видна. Отойди чуть-чуть на 5 секундочек. Итак, уважаемые, смотрите, первое, что хотелось бы показать вам, первая бухта Санья-Бэй. Вот пошла эта пляжная линия протяженностью 120 километров. Ваши отели Хуабуши находятся вот здесь вот, а все остальные отели там находятся, вот в этом участке. Вот там вот прямо находится отель «Дерево», вот тот, что я говорил, похоже на строительные леса. Там сколько зданий же? 9. Это все прям 10 отель? Нет, 2 здания, только отель, остальное жилое помещение. Жилое помещение? Да. В смысле, да. Можем купить этот квартиру? Да, стоит она? А почем? Гризли лит, вот он. Честно, не спрашиваю. Но больше, чем 20 тысяч, 200 тысяч. Может, где-то 600-500 тысяч. А там сколько этажей? 30. И туда подняться. И потом пойдемте покажу вам следующую бухту. Изюминку всего этого вида. Сейчас я наступлю свободу просто. Смотрите, ящерица. Тихо.
фотографировали градусы. Ну, солью. Не сдалась. Что там такое? Я сейчас топлю. Все, уже так, ладно. Хотел хвост взять? Не, просто хотел пощупать ее. Ящер это хорошо. Да? Ящерка хорошо, да. Или я любой другим языком. Ну, считается самый чистый воздух, сказать. Почему? Приглянитесь туда вниз дороги. Видите, дорога пошла. Вот. Трасса скоростная пошла в ту сторону. Поэтому весь смрад, он просто не попадает в эту бухту. Он задерживается на первых этапах листвы этой, и все. Ну, уважаемые, фотографируемся через 5 минут. Да, нет, не знаю как. Обзор. Статы. Аллей. Только дерево немножко. А дождь будет. Трудно будет обращать. Он говорит: о, я кто это у нас? Ящерка или черепашка? Угу. Нет, доктор, я просто высоту боюсь. Угу. Тоже прикольно. Деньги снимут автоматически, включится самое, откроется затвор. Василий. Я в курсе, как да. Система взимания бабла. Легко, у нас такая же, как разрешение Wi-Fi. Ну, Wi-Fi, если покупаешь бесплатно, тоже сканируешь этот IP-код в РЖД, в любого домодедово, если только, ну, когда регистрация идет в сети. Да. Ну, если аэропорт к моему сети подключаешься, ну, код посылаешь по смс, чтобы телефон привязался. Ну. Здесь то же самое. Mm-hmm. То есть, ну, суть-то одна и та же, как бы. Не, ну тут-то деньги берут, скорее и что? Всего. Карта. Oh. Карта. Любой сигнал, поступающий на какой-либо сервер, mm-hmm. это вне зависимости, деньги ли это, либо что-то просто включение. Решение. Да, тумблер один включается, другой выключается, mm-hmm. и все. Ну, тут круто. Сложного ничего нет. Ладно, сколько?
Давайте, уважаемые, что зря поднимались, а что это прямо здесь упали? Не покатим. Мы покатим все равно позже, что мы там будем полчаса делать? Все, вопрос исчерпан. А это, с телефона можно, если я вам расходую? А? Я не поеду. Сейчас обезьянка. А здесь еще лишки, смотри. Лепота какая, а? У тебя есть монетки? Есть. Дай мне парочку монеток. То я не помню, куда я свои-то положил. Ну, не видишь. Вот дерево. Вот примерно. Вот они. Ну, я про это говорю. Что-то типа такого тут еще будет. Раскинести.